Здравствуйте, дорогие друзья, поклонники, любители футбола. Меня зовут Егор Дергачев. Рад приветствовать вас всех в своем видеоблоге. И прежде чем мы начнем говорить о центральном поединке 14-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА «Зенит», я сделаю маленькую ремарочку. Нет, не рекламу, упаси господи. Я предложу вам всем подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ни одного прогноза. Ну а матч ЦСКА «Зенит» — невероятная афиша, невероятный матч, я думаю, нас ждет. Да, может быть, мы увидим много борьбы. Да, вероятнее всего, матч будет не очень зрелищным, и обилие голов в нем мы не увидим, особенно зная трудности ЦСКА в плане состава и в плане узкой и короткой скамейки запасных. В то время как у «Зенита» скамейка запасных на две полноценные команды РФПЛ. И именно из-за скамейки, именно из-за того, что команды играют приблизительно в одном и том же темпе, но ЦСКА играет, так уж совпало, в Лиге Чемпионов, а «Зенит» в Лиге Европы, а значит, ЦСКА играет с более сильными соперниками, но это действительно так. Футболисты ЦСКА будут более утомлены, как мне кажется. Все-таки поединок с «Базелем» для них намного важнее, чем поединок с «Зенитом», давайте будем откровенны. Отсюда, мне кажется, и вытекает ставка. «Зенит» будет фаворитом. Да, это так. Небольшим, но все-таки фаворитом. Но чистую победу «Зенита» брать рискованно. Давайте перестрахуемся и возьмем победу «Зенита» с форой 0. Как мне кажется, в худшем случае нас ждет возврат. Но вероятнее всего, эта ставка с коэффициентом 1.75 зайдет, и мы победим. Если вы со мной согласны, то поставьте лайк и еще раз вам напомню, подпишитесь обязательно на мой канал. Все ваши «за», все ваши «против» обязательно пишите в комментариях к данному прогнозу. Ну и, конечно же, жду вас всех в друзьях у себя ВКонтакте и в своей группе ВКонтакте. Все ссылочки вы найдете в описании у этого ролика. Farmer in the